Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Такое решение принято в Министерстве просвещения Российской Федерации в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, а также исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Выпускники этого года ЕГЭ по обязательным предметам сдавать не будут, в аттестат занесут текущие оценки. Итоговые испытания нужно будет пройти только по предметам, необходимым для поступления в ВУЗ. Уважаемые выпускники 11 классов, если вы запланировали поступать в ВУЗы, а по предварительным данным это 2600 выпускников из 3328 выпускников 11 классов этого года, то вам необходимо посмотреть, какие экзамены в ВУЗе, не экзамены, а какие предметы в ВУЗе отнесены к перечню предметов по итогам ЕГЭ, по которым будут рассматриваться баллы при поступлении в ВУЗ. Кроме того, Министерство просвещения опубликовало информацию для учащихся 9 классов. Уже точно известно, что запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике. В связи с этим итоговые оценки будут выставляться школьникам на основании годовых.